Для чего ты приехал в лагерь? Ну, для начала я думал, что я буду сдавать экзамен. Так, а почему не сдаешь? Потому что уже раньше сдавал до лагеря. Потом просто пришлось ехать, а теперь понимаю, что не зря. Опыт работы с детьми, ну, вожатым. И новые друзья также, как и маленькие, так и взрослые. Ну, тренировки тоже. Бегаем. Немножко есть. Для тебя тхэквондо? Ну, для начала, когда только начал заниматься, это было просто для развития. Просто понравилось. Но потом со временем начал понимать, что это не просто какой-то спорт, там, бег или что-то такое, что много очень разных возможностей, можно многого добиться. И теперь занимаюсь чисто, чтобы стать лучше, каждый день становиться лучше, самосовершенствование. Также для того, чтобы уметь обороняться в нужные моменты, для дисциплины и для развития также не только тела, как бы физически, но и духовно, морально.